Сегодня у Никиты испытание нового прибора Vacuniš 440 на городском пляжике. Вот такой пляжик. Никита сейчас у нас покажет. Класс. Что, слышно что-нибудь? Сейчас, я его даже еще не включил. Тебе надо маленько повыше штангу, наверное. Можешь понести, пожалуйста? Можешь понести пин? Пинпоинтер? У меня самая главная миссия. Это доставка пинпоинтера Никите. Все, парень пошел работать. Кстати, ничего так идет тебе. Насколько? На шестерке? А ты попробуй фонить, он когда перестанет? Высоко слишком, ты что как таскаешь? Тебе надо... Все, Никита пошел работать. Никита очень высоко. Пропускаешь все. А ты дискриминацию включил? 7-8. Не знаю что. Можно мне пин? Держи. На. Давай. Держи. Дискрим включил? Перчатки нет у тебя, да? Не, я их взял, но просто мне удобнее здесь. Вес. А если там стекло? А, вот. Можно даже не вытаскивать. Ладно, вытащи. На. Несу Никите пин. Он у нас один. На какой чуйке ходишь? На. На. Пятый, на пятый. А чё, как мало? Прибавь. Да просто это уже слишком. Это по этим годам. Если пойду на ту. Никит, ты вот смотри, сколько ты высоко таскаешь. Надо нас ниже таскать. Ниже. О, пробка. Да. Давай. Вот здесь вот был народ дальше. Да, вот тут тусовался. Я видел, проезжал по мосту. Вот где-то здесь тусил. Ну что ты о приборе скажешь, первое впечатление? Ну, хороший. Можно? Сейчас на. Надо. Держи. Видит глубоко, да? Ага. Видимо, жестко глубоко или этот. Ну, первый раз использую лопату. Кажется, выкупал. Опять пробка. Короче, пробки собирать ты и на GoFind, пробки собирал. Да. Испытание нового прибора. Десярик вот этот, он черный, черный, да? Переливается немного, и немного переливается. Ну, вот таким. Цели все наверху должны быть. Пробка. Одни, одни пробки. Что там показывают? Вообще психомания какая-то. Что-то сверху должно быть. Ага.
такой, я был так, а она, видимо, ребром стоит. 6-7? Ну, вот это да, да ладно, Никит. Большая. Красавчик, показывай. Тихо. Никита первый. 6-7, я понял, что. Покажи, ну ладно. Ребят, прикиньте, поднял серебруху. Слушай, сложно, крестик должен, значит, выйти. Значит, да. Давай к звони. Офигеть, вот это да. Спасибо, вот это первая находка. Красавчик, Никита. 6-7. Это стопудово серебро. Да, там... Вот ты, вот вам в Акьюниш, блин. Да. Слушай, когда ты золото поднимешь? Ну, может, я в шоке. Ребята, ни одной монеты, короче, я сразу. И главное, он увидел цепочку. В чем прикол? Пробей еще вот тут вот. Она, значит, где-то тут. Либо крестик должен быть, либо. Офигеть, ребят, вот смотрите, Никита, как всегда, ну это точно серебруха, не знаю, пробы не вижу, но по цвету. Ну это точно, там ведь это точно сыпуха. Да, ладно, засниму дальше, если что будет. Короче, иду к Никите. Ребята, я, честно говоря, в шоке, чтобы вот так вот цепочку зацепить, я на эквинок. Так цепочки не поднимаю. А это первый выход с прибором и тонкая цепочка серебряная. Если видит такие тонкие цепочки, причем не было ни гайданчиков больших, ни крестика, ничего, я в шоке. Никит, я в шоке от тебя. 4-5 бьет. Да ладно. И боже, а остальные все пробки сигналы. 13. Унитос, наверное. Да, 5 монет. 2 рубля. Давай, папочки. Хе-хе. Ребята, ну цепочку, конечно, Никита надо. Прям четко я был слышен, Никита? Ну, прям 5-6, прям чисто. Прикольно. Значит, ты теперь на пляже в Крыму будешь золотые цепочки поднимать. Круто. Хочу убедиться, что это не пробка, потому что прям бьет. Пробка. Опа, это что-то интересное, такого сигнала еще не было. 11 ровно. Давай золотое кольцо подними. Один золотое кольцо, и можно все уходить с пляжа. Ага, пробка согнутая. Вон она в руке. А, блин, я подумала, это камушек, а ну еще. Вот так вот, ребятки. Да. Я все равно в шоке от тебя. Я цепочки серебряные, такие тоненькие, ни разу не находил. Ага, таких мелких. А этот, значит, прибор работает, блин. Хоть он и слабое у него место, но мы подчинили. Но это вообще не влияет никак на поиск. Можно это... Слушай, а получается, ты еще ходишь на пятерке, это ты... А он еще и глубоко видит. Можно, получается, еще и глубину прибавить. Ну, это плохо, да. Короче, как бы... Я все, ребят, переживаю. Прибор, не ошиблись мы с выбором с Никитой. Еще пробка. Лучше буду искать не 13. А ты хоть сигналы. Ну ты видишь, золото бьет 12 вроде как. Но у нее сигнал мой другой будет. По нижней, ты смотри, как высоко таскаешь. У нас тут пляж, так пляжик такой прикольный. Вот Никита, получается, на пляжике ходит. Мы каждый год сюда приезжаем, копаем здесь. Не знаю, в этом году. С новым прибором, до этого Никита с Гоуфиндом работал. Ну, вот сразу цепочка серебряная. Вот уже приятно.
мультичастотник, ребята, видит серебришко. Вот это мультичастотник, да? Сезон пляжного копа открыт у нас с Никитой. Пробка, да? Угу, я понял, все 13-15. Мне кажется, вот тут вот походи, вот сюда, Никит. Мне кажется, тут народу было вот побольше с этой стороны. Замусоренный пляж. Опа, вот это вот интересно. Это чисто чернина, может быть, десярик. Или гвоздь. Или это чего? От зажигалки. Да, мусор. Мусор от зажигалки такой вот. А мог быть десярик. Ага. Тут на пляже ходить не переходить, Никит. Нереально вообще просто. Очень много места для копа. Сколько хочешь, столько и копай. Главное, сегодня, ребят, никого нет, в чем прикол. Ван, давай лучше я пинпоинтер буду тоже носить, а то я тебя спрашиваю. Я же не слышу, да, потому что ты в наушниках. Ой, ну лучше лопату берешь. Давай лопату. Потому что лопату получше, все равно рукой. Офигеть, вот он глубоко берет. Еще Никита носит его высоко. Такой, ребят, пляжик я уже показывал, еще раз покажу. Такая вот у нас речка Свияга. Это называется Аквамол комплекс. Комплекс Аквамол. Вот Никита. Время, ребята, 11 часов, там вон церковь, слышно звон колоколов. Наш Никита сегодня работает с мультичастотником, ребята. Это Вакюниш 440. Прибор хиленький, но серебро видит, цепочки видит. Это уже доказано. Значит, значит, прибор фартовый, если первый сигнал, блин. Ну или первый, по-моему, второй. Второй или третий, да. Ну да, сразу. Осталось еще голову какой-то. Пробка. А било чернилами. Да, да, да. Столько раз. Ты на всех металлах ходишь? Да. Ну да, смотрю, на всех. Надо квадрат какой-то выбирать, Никит, и ходить прям конкретно по одному месту. Я теперь носитель лопаты и мусора. Лопата и мусор. А, кстати, прибор фонит, когда... Прибор фонит, когда это, как его, пинпоинтер включаешь или нет? Нет? Слушайте, а вот у меня на Эквиноксе прям начинает играть. Видишь, катушку маленькую у тебя кривовато. Надо выровнять. Блин, офигеть, бьет как глубоко. А теперь нужна лопата. Держи. Снова лопата. Это, наверное, просто, ну, надо проверить, потому что бьет много. О. Че же там у нас такое? Лопатой лучше выкопай. Копнул бы лопатой бы. Я же сказал, это, наверное. Че, опять пробка? Вот она.
У нас такой тестовый коп, мы вообще не собирались больно ехать. Так чисто случайно сюда забрели. Просто очень охота испытать было Вайкюниш. Вообще работает. Я что-то, если честно, из-за того, что он так лопнул в этом месте, как его скептически относился, ребят. Думаю, фигня какая-то. Никита был уверен. Фольга. Фольгу видит, да? Я говорю, я скептически был настроен про Вайкюниш, то, что он такой хиленький, думаю, и дома включаем, он прям фонит все время, вот это играет, поет прибор. Я что-то не особо, ну, когда Никитос поднял сейчас, ребятки, цепочку тонкую, я даже не знаю, что думать, честное слово. Ну, это как вам вот эта вот тонкая цепочка? Ну, а вот такой прибор. Он нам, кстати, вышел в 20 тысяч рублей. Нам из-за того, что лопнутый, мы его купили на 5 тысяч дешевле. Вот. Поэтому, ребята, не знаю, сейчас посмотрим, может быть, что-то еще найдем. Я иду за профи. Ну, как видите, профи возит хорошо, высоко, над песочком. А потому что прибор глубинник у нас. Да, профи? Пока Никита работает. Здесь такие фонтаны работают. О, да что-то поплыл, смотрите. Увеличился. Ну, уже народ купается. Но у нас другие интересы. У нас чисто коп, ребятки. Мы копатели с Никитой. Никита, видите, уже в наушниках теперь ходит. Все, уже только он знает. Никит, повыше поднимай, повыше еще. Повыше еще, да. Вы представляете, вот Никита у нас вводит высоко прибор, должен пониже водить, и находит. Как вот? Да, просто делаю немного. Предложил Никите по бережку пойти. Ну как, не тяжел в целом, Никит? Можно таскать? Никита смотрит все время на звук. Мультичастотник. Не торопись, не торопись, не торопись. Просеивай каждый миллиметр этого пляжика, Никита. Девять бьет. Ровно. Посмотрим. Даже не видит пинпоинтер. Пробочка. Опа. О, здесь кто-то копал, таких ям тут накопал. Мы в том году вот с тобой много монет очень находили вот тут вот. Люди сидят, потому что смотрят на воду. Не забывай ямки присыпать только, Никит. Мы тут, кстати, в этом месте нашли ключ. Гаечный. Гаечный, да.
там мусор какой-то. Они по сейчас потеряхи будут, они поверху, Никит. Так глубоко, это только тех годов каких-то старых. А, пробка. Я уж подумал, жавенькая монетка. А, бери вот так. Ты давай мне ее, да, подавай, потому что мне нагибаться мне тяжело. Блин, я бы тебе отдал наушники. Я могу, не удобно. Ну, в наушниках же удобно. Никита решил у водички прям полазить. 32. Медь, алюминий. Пробку, скорее всего, от подводки. А, это? Фольга такая. Нет, это навряд ли она. Хотя, если алюминиевая, может быть, и вот эта фольга быть. Вот это вот. Это из подводки, скорее всего, Никит. Ну да, надо подкопнуть, показывать, что... Не, что-то вон яма, даже кто-то копал, вот яма. А, пятерик, может быть, пятерик так бьет. Ну да, может. Блин. Держи, на. Сейчас как-то откопаем, сразу же отсюда выйдет. Здесь такой запах. Противно, да? Опа, банк, скорее всего. О, пятерик. Пятерик, да. Давай. Можно помыть его как раз все на виду. Ребята, вот такой вот пятерик. Прям видно. Йод, конечно, да. 1997. Поставлю тебе. Все помою. О, смотри, а вон деньга лежит прям. Я мою и вижу. Я. Вот, ребят, помыл. 5 копеек. Смотри. Ну ладно. 23. Нормально. Может быть, колечко серебряное. Да откуда тут взяться колечко-то? Нет, это просто камень. Накопай давай еще. И надо от воды отходить, что-то прохладно. Это ерунда какая-то. Я хочу Да не этот что-то, да, это глубокий. А яму кто закапывать будет? О, вы полностью. Вот. Все равно потом еще закопается ветром. Все правильно. Все, погнали. Девочки отдыхают. Народу нет на пляж никого.
кажется, тебе надо еще выдвинуть штангу немножко. Интересно. Можешь убрать лопату? Он у меня так звенит. Я же не слышу. Ну что там? Лучше пойти. Пониже маяк надо тебе выдвинуть. Видишь, у тебя... Я уже на маяк снял. Нет, вверх у тебя не ровно, не параллельно земли. Видишь как? Надо вот ровно. Во, вот так вот. И не торопись от того, что ты бежишь. Да, чуйка, короче, у него космическая, я так понимаю. Ну, не надо его попасть. Может, еще убавить. Это свежий песок завезли, видишь? Надо сходить вот по тут вот где-то вот. Смотри, прикол просто. Вот крышка и сразу же монетка. Да, 5 копеек что. Они еще существуют. 10 копеек. Оставим вот так вот. Вот так вот. Ладно, я пошел. Поваляюсь на песочке. А ты что-то найдешь, потом заснимем. Ага. Покажем, ребята. А вот по этим вот.